С октября начался осенний призыв. В этом году служить в армию отправятся около 160 славянских ребят. По уже сложившейся традиции для них был проведен день призывника. В зале Славянского электротехнологического техникума собрались ребята, которые совсем скоро отправятся служить в армию. Для каждого из них это ответственный и важный этап в жизни. Мы чествуем призывников. Мы рассказываем ребятам, что служить в армии – это почетно, престижно и это необходимо для того, чтобы гражданин, молодой гражданин Российской Федерации чувствовал сопричастность своему государству. День призывника проходит при участии Центра патриотического воспитания имени генерала Трошева, Славянского филиала Кубань-Патриот-Центра, Управления по делам молодежи и военкомата. Будущим защитникам Отечества в этот день было сказано много напутственных слов и пожеланий. Но самое главное, чтобы они с честью выполнили свой гражданский долг. Пожелать ребятам хочется удачи, мужества. За этот год много чего будет у вас впереди. Поверьте, вернетесь вы совершенно другими людьми, лучше, чем вы сейчас есть, это вам скажут и окружающие, и родители. Родителям вашим хочется пожелать, чтобы они вас ждали, верили в вас, поддерживали. В завершении мероприятия призывникам вручили памятные подарки. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».